Больше деревьев на улицах города. К этому стремятся экологи Ненецкого округа, которые организовали акцию «Всероссийский день посадки деревьев». Студенты, волонтеры, сотрудники организации подготовили саженцы лесных деревьев для посадки в городе. О результатах озеленительной работы можно будет судить только через десятки лет. Однако, как показывает опыт прошлых десятилетий, посаженные деревья украшают улицы города и защищают от песка. В скором времени на этом месте начнется отсыпка участков для многодетных семей, поэтому вся растительность будет погребена под толстым слоем песка. Благодаря инициативе экологов около 350 молодых деревьев спасти все-таки удастся. В скором времени они украсят улицы города. Спасение саженцев приурочили к масштабной акции «Всероссийский день посадки леса». Она проходит в апреле и мае во всех регионах страны. Ненецкий округ присоединился в числе последних из-за аномально затяжной весны. Главное – успеть выкопать молодые деревья до появления первых почек. Понятно, есть определенное время, когда необходимо садить деревья. Но, судя по вот этой территории, почки еще только-только начинают набухать. И я думаю, что еще потребуется недели две для того, чтобы листики появились. Мы успеем. Сбор саженцев займет 3 дня. Затем их распределят согласно заявкам. Всего в Департамент природных ресурсов поступило около 400 заявок на ель, березу и лиственницу. Сколько из них приживутся на новом месте, зависит от технологии подготовки саженцев. Это дело доверили будущим экологам, ныне студентам Ненецкого аграрно-экономического техникума. Дерево стоит, во-первых, выкапывать всегда с той почвы, в которой он находится. Потому что это будет лучше, и дерево приживется на новом месте лучше. То есть надо будет еще и с той же самой почвы еще и его потом сажать. Потом оно будет лучше прирастать, и плюс корневая система уже привыкла к этой почве, будет во много легче. В прошлом году насаждение делали у библиотеки имени Печкова и в детских садах. В этом году деревья будут высаживать у детских площадок, во дворах школ и многоквартирных домов. В поселке Искателей саженцы посадят на Аллее Победы у здания поселковой администрации. В полноценные деревья саженцы превратятся только через десятки лет. К примеру, парки у первой и третьей школ были заложены еще 20 лет назад. Валентина Чибичек, Антон Выдряков, телеканал «Север».